Хм, интересно. Почетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Давай, плотва! Вперед, плотва! Эй! Да!
покончим с этим. Держи. Лихо лесное не спит. Я ищу местную колдунью. Вот и ищи себе, а я ничего не знаю. Так что, думаешь его приворожить? Ей тут столько дала? Ну, дала. И взяла немного. Может, и мне к ней сходить? Как идти-то? А по тропинке вдоль пруда и дальше до одинокого камня. Обойдешь его и поворачивай направо в лес, а потом только прямо. Как заметишь в лесу брошенную телегу, это тебе будет знак, что идешь куда надо. Ведьму я как-нибудь найду. Ух ты, у тебя глаза как у моего... Я слышал, как вы говорили о ведьме. Я бы хотел... Вам послышалось. И вообще, далеко вы что-то забрели. Тут одни бедняцкие хаты. Возвращайтесь-ка на большую дорогу, откуда пришли. Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Прощай. Кто-то забрал мою сумку. Большой камень у пруда. Теперь направо и до телеги. Ой,
Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Заворот кишок у меня от этих корешков. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надобно. Есть кто дома? И куда она делась? Часто в Велине встретишь такие побрякушки. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла.
здесь мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 раз сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая ты обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь. Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучает. Родовит и Эмгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Ну, к делу. Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу Цири. Ту самую Цири. И нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирилла здесь? Девушка, которую в свое время искали ложи чародеек,
И практически каждый король на континенте оказалась в Велине? А я ничего об этом не знаю. Что она тут делает? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Что они говорили? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я всю жизнь буду тебе благодарен. Это немало. Но поскольку ты постоянно втравливаешь меня в неприятности, думаю, мне следует потребовать аванс. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цирилой. Можем отправляться? Да, идем.